Всех приветствую, друзья, с вами Б. Добро пожаловать на канал. В этом видео я буду убивать Рошана за одну секунду. И мы еще заодно попытаемся посчитать, сколько нужно мин поставить, чтобы хватило его убить. Судя по его здоровью и восприимчивости к магии, будем считать. Сопротивление магии 55%. Грубо говоря, нужно в два раза больше ставить мин, чем у него есть здоровье. У него 6500 здоровья. Одна мина наносит в районе 600 урона, то есть нам нужно будет поставить где-то так, если мы поставим 10 мин, это будет 6000, нам нужно ставить примерно 20 мин, плюс-минус 2-3 мины, там всякие погрешности, 20-25 мин поставить. Я специально собрал минера в с теми предметами, которые он в принципе может сварить в любом паблике, в любой обычной игре. И, кстати говоря, эти предметы очень хорошо и красиво сочетаются. Например, зацените, сколько Йоулу Скиптера в Дивайнити дает нам скорости. В принципе, минеру просто уже сапог не нужен. Смотрите, как он быстро бегает. Это просто жесть какая-то. Так, ну давайте попробуем поставить 25 майн, ремонт майнс. Естественно, я взял предмет на откат, Октарин Кор очень нам поможет сократить время, потому что пока она будет все это дело ставиться, так, вторая пошла, это займет какое-то время. Итак, я продолжу запись, когда все мины будут уже поставлены. Не решил я не ставить все 25 мин, поставил я 12, ну пускай будет 13 мин. Учитывая то, что у нас есть такое умение, Ethereal Blade, 40% магический урон, и Discord, который дает еще минус 25 от магического урона, итого мы как раз ту разницу и нивелируем, получится так. Но главное все это быстро очень прожимать. Так, Йоул Септер, потом Discord и Ethereal, и бомбы. Давайте пробовать, я не знаю, я волнуюсь, друзья мои. Получится ли? Может, еще одну для проверочки. Ну, в принципе, ладно. Давайте хотя без нее обойдемся. Так, все. Ветра. Йоул. Ethereal. Взрываем. Отлично. Все просто. Друзья мои, 2-3 минуты. 3 минуты, чтобы ушатать Рошана. Конечно, за одну секунду зато он умер. Да, 3 минуты потратили, зато он умер за одну секунду без проблем. То есть Аега уже есть, можно забирать. Так, хватило всего 13-14 мин. Давайте попробуем с 10. Что будет, если будет всего лишь 10 мин? Так, сейчас я попробую Рошана резнуть. Не хочется. А, забыл я кое-что. Что такое? Лол. Нет, что-то не хочет у меня. Видимо, что-то сбилось. Create Hero. Рошан. О, есть. Имеется таковой. Идем ко мне. А, ты здесь респавнился, я только заметил. Пошли, родной. На базу, на родину вставай. У тебя уже 7000 хп. Ты уже не первый Рошан, походу. Ну ладно. Посмотрим, сколько на тебя надо будет. А ты иди пока попаси здесь. Лол. Так, ну, друзья, давайте ставить. Я прям даже, наверное, запись не буду в паузу ставить, потом... Эй, стой, стой, автоатачишь. Так, даже запись не буду ставить, просто прям наглядно покажу, за сколько это все будет. 3. Куда ты пропала? Стой. 1, 2. Нечестно получается, что ему урон наносит. Ну, как раз та разница. У меня куда-то пропадают мины. Не хоть под землю. Давайте куда-нибудь сюда ставить. Мины исчезают. Ладно, давайте штук 5 еще поставим и хватит. Так. Сколько же нужно, чтобы его убить с таким затаром? Ну вот 5 мин плюс-минус. Еще одну давайте закинем, посмотрим. Минута, что на все про все с таким закупом. Мы должны вытащить его. Стойте, мины. Мины фокус берутся. Все, есть. Так, ну поехали, прокаст. Колдуем. Сюда его ставим. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну ладно.
Не хватает урона. Возможно, он не по центру. Мы пытаемся его добивать сразу сходу. Тоже не хватает. Ну, тем не менее. Да, как я и говорил, примерно 14 мин нужно, чтобы убить Рошана. За одну секунду без проблем и без кочевряжения, да? Нормально? Я думаю, нормально. За одну секунду зато сносим. Тихонечко так подошли, взяли какой-нибудь инвиз или просто завардили здесь все, чтобы вам было комфортно заходить, чтобы вы точно знали, что вас не пасут. Тихонько грязь свою делаете, 2 минуты потратили на все про все и за секунду убиваете все. У вас есть Аега, значит шанс на то, что вы выиграете эту игру гораздо возрастает. Там чуть ли не до 90% доходит шанс выигрыша. Такие дела, друзья мои. А с вами был Бер. Если вам понравился этот ролик, ставьте лайк, оценивайте, комментируйте. Пишите еще, какие можно фишки сделать с Течесом, с Минером, поубивать Рошу, там, я не знаю, попакостить вражеским персонажем. Вот так еще можно Рошана контролить, да, это я уже делал ролик, давно было, но было дело. Можно побегать Рошаном, посносить. Рошан, бой. Ладно, друзья мои, спасибо за просмотр, всем пока.